Assalomu alaykum aziz obunachilar, abituriyentlar, student bo'laman deb ekzamenlarga, universitetlarga tayyorgarlik ko'rib yurgan ukalarim. Bugungi videomizda yana bir universitet, Rossiyan bir universiteti RUTMIT haqida gaplashamiz. Ko'plaringiz bilasizlar, biz o'zimizning kanalimizda universitetlar haqida juda ham ko'p gapiramiz. Bugungi videomiz boshqalarga o'xshamaydi, chunki bugungi videomizda Rossiyada eng katta mutaxassis yetkazadigan специалист тайрлаган университетлардан бири RUTMIT, Российский университет транспорт ҳақида гаплашамиз. Российский университет транспорт бу қанақа университет деганлар деб сўрайдиганлар кўпларинг пастда ссылкада кириб сайтга кўришларинг мумкин. Пастда ссылканы қолдираман и видеони охиргача кўрсанглар университет ҳақида ҳамма маълумотга эга боласизлар. Нима учун мен именно шу университет таклиф қиламан сизларга? Чунки бу университет Rossiyada juda ko'p mutaxassis yetkazib beradi. Birinchidan, ikkinchidan RJD Rossiyskiy zhelezniy dorogi, ya'ni temir yo'llar, metro, Moskovskiy metropoliten, boshqa shahardagi metropolitenga mutaxassislik yetkazib beradi. Qurishadi metro, mostlar qurishadi. Именно строительный факультеттагi bitirib chiqqan bo'lar. И mana o'zlaring ko'plaring Moskvadan bizni kuzatib borasizlar. Moskvada qurilgan yer ustidagi metro bor-u, MCK. Именно shu MCK-ni ham RUTMIT-ni bitirib chiqqan mutaxassislar qurib bitirib, u yerdagi ishi hozir shu RUTMIT-ni aytaylik bitirgan mutaxassislar olib boryapti. Shu sababli o'sha universitetga kirmoqchi bo'lgan bolalar ichimizda juda ham ko'p, bilaman ko'plaringni. Men bugungi videomizda университет вакиллары билан, яъни приёмный комиссияни бошлиги, иностранный отдел бошлиғилари билан видеосвязь орқали гаплашдим. Ҳамма керакли саволларимни сизлар берган саволларни бердим буларга. Видеони охиргача кўрсанглар, ҳамма саволларингизга жавоб топасизлар. Бўлмаса видеони бошладик. Поехали. Россия – страна, протянувшаяся по земному шару на 10 тысяч километров, охватывающая 11 часовых поясов, объединяющая более 1000 городов. Ежедневно на территории нашей страны взлетают и приземляются тысячи самолетов. Отходят десятки судов и барж. С территории вокзалов выезжают около 500 поездов, проезжают тысячи автомобилей. Все это гарантирует стабильность, надежность и повышение уровня жизни. Для отличной и слаженной работы нам необходимы качественное современное оборудование, продуманная логистическая система и высококвалифицированные кадры. Российский университет транспорта МИИТ уже более 120 лет успешно готовит высококвалифицированных специалистов по 70 специальностям. Университет был основан в 1896 году указом императора Николая II как Московское императорское инженерное училище. Это ведущий вуз отрасли, одно из элитных учебных заведений России. В РУТ МИИТ готовят специалистов в области транспорта, строительства, логистики, экономики, транспортного права и гуманитарных наук. РУТ МИИТ имеет современную образовательную и научную базу, в том числе уникальные мультимодальные образовательные центры. Лаборатории и кабинеты университета оснащены современной техникой и приборами. Благодаря современным методикам обучения наши выпускники способны осваивать передовые практики и соответствовать мировым стандартам. Преподаватели и студенты РУТ МИИТ внесли свой вклад в крупные транспортные проекты, такие как строительство Байкало-Амурской магистрали, Московского центрального кольца, Крымского моста, развитие высокоскоростного движения. Международное сотрудничество является одним из приоритетных и перспективных направлений деятельности университета. В настоящее время в РУТ МИИТ обучается более 1300 студентов из 36 стран мира. Учиться в Российском университете транспорта очень престижно и увлекательно. Студенческий совет РУТ МИИТ дает каждому возможность реализовать свои интеллектуальные и творческие способности, развить инициативность и лидерские качества. Студенты РУТ МИИТ могут получить не только глубокие знания, но и гарантированное трудоустройство после окончания вуза. Мы можем овладеть нашими профессиональными навыками как на национальных, так и на международных транспортных предприятиях во время практики и стажировок. Воспитание профессионализма, культуры и интеллекта всегда было университетской традицией. Выпускники Российского университета транспорта помогают ведущим транспортным компаниям страны выйти на новый уровень организации бизнеса и обеспечить лидирующие позиции на мировом рынке перевозок.
То, что вчера казалось невероятным, сегодня сбылось. Просто потому, что сотни, тысячи таких, как вы, делают все возможное, чтобы реализовать свою мечту. Помните, что центр мира – это место, где вы находите возможности, где вы создаете эти возможности, где вы строите то, что будет завтра, и ведете за собой других. Каждый день мы сталкиваемся с новыми вызовами и новыми возможностями, потому что так устроена жизнь. Действуй! Да, вопросов как бы очень много. Я еще сделал небольшое объявление среди своих учеников. И в Телеграме, в Инстаграме они мне очень много вопросов накидали. Вопросы, в принципе, банальные, простые. Вы, в принципе, в этом ответили, да, на презентации на очень многие вопросы. И единственное для нас новостью теперь получается то, что в один день 3 экзамена. Экзамены для очников и заочников, они одинаковые? Да, они одинаковые, то есть они проводятся по одним и тем же билетам, одни и те же вопросы. Одни и те же вопросы. А вот даты вы сказали, где-то после 20 августа уже подача закончится документов. Экзамены примерно на какие даты у нас получаются? Смотрите, экзамены, они уже идут, проходят каждый вторник и четверг. Каждый вторник. Поэтому как и четверг. Подаете документы, да, записывают на любую, да, удобную вам дату. Ну, соответственно, у нас ограничение подачи документов на очное — это 11 августа, да, вступительные испытания надо пройти, значит, до 18 августа. То есть с этим, ну, можно уже не растягивать, да, подавать документы, записываться и проходить. Отлично. Вопрос следующий. Прием идет, этот, все. А сейчас работает ли университет? Можно ли привести документы прямо на комиссию в университет, если у человека нет доступа к интернету, нету сканера, нету, допустим, элементарного принтера, чтобы распечатать, подписать этот, такие сложности? К сожалению, документы сейчас привести нельзя. Да? То есть Минобр запрещает нам очно взаимодействовать с поступающими. Поэтому предусмотрена подача документов либо через интернет, либо по почте, ну, по обычной почте, да, то есть переслать. По обычной почте, хорошо, понял. А следующий вопрос по поводу второго потока. Допустим, есть ребята, которые сейчас готовятся и сдают экзамены в Узбекистане и в Таджикистане. Если они туда не попадут, то у них как второй шанс сюда, то есть в Россию они планируют приехать. Как быть им? У них будет ли возможность в сентябре или там, не знаю, в конце августа подать документы? Ну, пока про увеличение приема для иностранных граждан, да, такие разговоры велись в министерстве, но пока они ни к чему не пришли. Поэтому сейчас мы исходим только вот из тех сроков, которые имеются, что на очное. Срок подачи документов – это 11 августа, на заочное – 28 августа. На заочное – 28 августа. Смотрите, Кирилл, да. Они же могут это делать параллельно, потому что я так понимаю, что они поступают у себя в стране. Правильно я поняла ваш вопрос, да? И если они там не поступят, то они будут поступать в Россию. Правильно поняла? Да. Смотрите, с учетом того, что сейчас ситуация у нас с вами развивается дистанционно, так, то они могут реализовать это, если по, как бы параллельно. В нашем случае они тогда нас, если они поступают у себя в Узбекистане, они информируют, что они как бы не будут дальше учиться, мы как бы... Но документы они подать и пройти испытания, они могут же это сделать параллельно. Это же им не нужно же дополнительно сюда приезжать, ничего. Мы же все сейчас делаем дистанционно с вами. Да, понимаете? И я почему это спросил, потому что дистанционно подача документов — это когда они переводят свои паспорта, дипломы, приложение диплома, и там стоит сзади печать какой-то узбекской организации, да, нотариуса. Были моменты, когда они, у меня могут быть завернули. И посольская печать нотариуса, нотариус, если они находятся в России, это может быть российский нотариус, это же не обязательно узбекский нотариус. Ну, они-то в том-то и дело, они находятся там. Угу. То есть университет принимает, да, документы, которые переведены в Узбекистане или в Таджикистане? Мы принимаем даже, они должны быть переведены на русский язык.
принципе. Да. Как бы человеком, который имеет для этого права, как бы, у которого есть печать. Если это сделано в Узбекистане, то как бы, мы принимаем даже документы, которые сделаны в Китае. Но они должны быть, человек, который это делает, они должны иметь определенные, скажем, юридического поля, как бы, печати, которые это делают. В Узбекистане они могут быть переведены. Они должны быть просто переведены на русский язык и заверены нотариат. Хорошо, спасибо. Еще вопрос такой. Там я читал в интернете, смотрел в YouTube разных роликах, то, что люди, которые, то есть абитуриенты, которые сдают экзамены, у них расстояние между ними должно быть 1,5 километра или еще что-то. То есть полтора метра, только не километра, потому что это в данном случае жить... Они сдают экзамены у себя дома, находясь, поэтому и в комнате никого не должно быть, поэтому эти условия для нас не актуальны в этом случае. Ну, правильно я понимаю? Они же не сидят где-то вместе с кем-то, они находятся, вот как сказал Максим Михайлович, что у них должна быть камера, у них должен быть компьютер, они получают вот эти три комплекта тестов, и в рамках которых они выделенного полчаса, они предъявляют паспорт, им объясняют правила проведения экзамена. После этого они приступают к выполнению заданий. В рамках этих, как бы, выполнения заданий, там, я так понимаю, Максим Михайлович, принципиально, сколько времени выполнять там на русский, или они сами могут решить этот вопрос? Время дается суммарно, поэтому можно там 2 часа потратить на одно и последние полчаса на 2 оставшихся экзамена. Да, это в принципе они сами распределяют свои силы, это, на это мы не влияем, как бы, ситуацию. Нам в конечном результате важен продукт из 3 тестов, заполненных тестов. Как студент это распределит, как он будет сидеть. Важно, чтобы он был в комнате один, насколько я понимаю, и было понимание, что он, условно говоря, не списывает. Будем. Ну да, я понял. Просто есть ученики, у которых нет компьютера, просто поэтому я как бы уточнил. Смотрите, а если они находятся в Москве? Они находятся в Москве? Да, в Москве. Ну, смотрите, мы в общежитии организовали пункт, где у нас есть компьютер, и где он подсоединен к интернету, и где у нас мы можем дать возможность студенту пройти этот экзамен. Но на это нужно будет заранее записаться. У нас есть просто в общежитии, где наши студенты будут сдавать экзамены, есть, условно говоря, помещение, где... Можно, куда можно войти и сдать экзамен. Понял, отлично. Теперь вот вопрос по поводу подачи документов. По подаче документов, смотрите, я вам сейчас перешлю в WhatsApp сообщение, в котором мы написали, что вы пришлете нам все документы, и мы сами их внесем в личный кабинет, потому что, чтобы не возникали какие-то сложности, после этого, как мы, да, мы внесем, мы вам пришлем, распечатаем, пришлем анкеты уже заполненные, и вы их отдадите абитуриенту, подпишите, пришлете нам скан, мы их занесем в личный кабинет, и после этого уже возможно назначение экзаменов. Правильно я рассказал, Максим Михайлович, вот эту всю процедуру? Да, да, это действительно будет так проходить. Ограничения есть по количеству подачи, то есть одно письмо, один документ? Или можно в одну письмо? Вы можете как бы зазиповать эти документы, мы же будем все равно, это же не принципиально. Нам важно сейчас, чтобы человек заполнил разборчиво, корректно анкету, чтобы мы не имели проблем с заполнением, чтобы не пришлось возвращаться еще раз к вам, чтобы внести о нем личную информацию, это раз. И второе, нам важно, чтобы человек уже представлял, куда он к нам поступает, чтобы мы эту информацию сразу выбрали за него. Как бы вот он должен понимать, что он, если это очно-заочная форма, то вы пишете, куда он поступает дальше, чтобы мы вот имели возможность все корректно заполнить, чтобы не вызывать, ну, какие-то дополнительные вопросы.
Любовь Владимировна, еще вопрос. Кроме документов, нужен будет еще телефон и электронная почта, да? Да, телефон и электронная почта. Электронная почта и пароль еще? Или просто электронная почта? Нет, ну, в принципе, нам сейчас просто электронная почта нужна будет. Просто электронная почта. Хорошо. Ну, у меня, в принципе, документы, они по университетам как бы разобраны. Uh-huh. Единственное, мы сейчас ждем нострификацию. А вот еще есть некоторые ученики, у которых... так скажем, братья или кто-то из семьи закончил в России университет, и они знают про программу «Соотечественники». Угу. Там, мы работаем по этой программе «Соотечественники». Правильно, Максим Михайлович? Да, действительно. В соответствии с федеральным законом, если прямой потомок, извините, предок, да, предок по прямой восходящей линии от поступающего родился, да, на территории СССР, то такой поступающий, при условии, что он проживает за пределами СССР, может поступать наравне с российскими гражданами. Так, какую льготу дает это? Или... Они имеют возможность поступать это... на бюджет. А, имеют возможность на бюджет. Смотрите. А на бюджет отдельные экзамены? Нет, или ну почему? Они общий? Также у поступа сдают экзамены в такой же форме, то, что вам говорил Максим Михайлович, но они просто принимают участие в конкурсе на бюджетное, в общем корпусе на бюджетное место. Правильно говорю? Да, то есть можно принять участие в конкурсе на бюджетное место, да, наравне как бы со всеми остальными. Российскими студентами. Как бы они принимают участие в общем конкурсе. Круто, отлично, отлично. Бюджет. А еще вопрос по поводу очников. Ребята, которые поступят сейчас очно, они очень усердно готовятся, я не дай бог, чтобы у них получилось, они поступили. А какая будет форма обучения в этом году? Ну, как бы, понимаете, рассматривается несколько сценарий. Самый благоприятный, что 1 сентября мы все сели за парты, так? И если они здесь в Москве, они у вас в Москве находятся? Очники. Да, мы все очники, все заочники пока в Москве. Мы пока в Москве. Ну тогда как бы нет никаких проблем, они просто, как все наши российские студенты, приходят, и мы дальше, скажем, приступают к своим занятиям очно. Второй вариант, если как бы они, например, в Узбекистане находятся, так, и тогда, чтобы, если вдруг еще будут закрыты границы, то мы рассматриваем второй вариант, когда все начинают обучение дистанционно. Причем мы это рассматриваем по всем формам нашего, и на подфаке, и в университете. Мы как бы уже подтвердили в Министерстве образования, что мы будем реализовывать вот такие варианты. Смешанного, мы надеемся, смешанного варианта. Ситуации, когда начинаем, и когда... дистанционно, когда эпидемиологическая обстановка становится благоприятной, то они садятся в классы. Как бы этих рассматривается несколько сценариев, потому что мы все равно с вами не боги и не понимаем, как будет развиваться эта ситуация. Правильно же это? Но как бы то, что 1 сентября мы сядем за парту, существует вероятность. Отлично, отлично. Это хорошо слышать и приятно очень. Ushbu prezentatsiyada именно kirish shartlari va bugungi bu yilgi yangi qonun qoida berilgan. O'zlaringiz ko'rib turibsizlar, asosiy особенности. Birinchisi, podacha dokumentov проходит дистанционно, ya'niki dokument topshirish будет онлайн. Masofaviy deyiladimi, qanday to'g'risini aytsak ruscha, o'zbekchasiga. В общем, документ обширишь онлайн. Внутренние вступительные испытания и апелляция проводятся дистанционно. Экзамен ЛМ онлайн масофави дистанционно топчерлят. Кингисе. В течение первого учебного года необходимо предоставить оригинал аттестата, йоки, диплома, медицинскую справку. Яники бринчи и ухуили. Аттестата, йоки, диплома, оригинала в медсправкалане. Обкелиш шарт. Кингисе. Перечень документов. Яники кирагли худжатлы рухаты. Документы поступающего. Кредгом боланы документлары. При аттестат. Паспорт, аттестат, йоки, диплом. Договор о целевом обучении. Яники шартнома.
Документы формируемы при подаче заявления. Они укшке крыш пайтеде топсерлетгон документля. Заявление на поступление, ариза, согласие на зачисление в приемной комиссии беряды, согласие на обработку персональных данных. Бу документ для нахогана, приемной комиссии на уламыз. Кингеса, инг мухомы купля суретгон нарса, сроки подачи документов. Яни ки, аке качангачи документ топсерсан булады, качангачи вахт бор. Кабул качон. Качон тугеде. Тип купларин суресле, мы нашли джауп. Сроки приема документов на программу бакалавриата и специалитета. Именно без гамаши идмиш войс абитуриент лега бакалавриат кирак. Бакалавриатка очная и очно-заочная форма обучения. Я не ки очно бы блясала очно харкухатна. Очно-заочная планы купларин это сле вечерний деп. Автода уч турматта кичкпайт хатна мухош. На бюджет на основу обучения, яни бюджет к грант к кермохчу бугарлечу, 20 июньдан 11 август кача документ обсерлад. 20 июньна 18 август кача по результатам ЕГЭ. По результатам ЕГЭ дегану бу россиянлану узыга, руслага. Кингисы бізге тигишли. На платную основу обучения с 20 июня по 19 августа, яни ки 19 август кача документ обсерлад. Вот именно на платную основу, без купрох, платный экран, где они пули контракт к. Игрманчи июньдан, игрмалтинчи август кача, результат ЕГЭ, яники русле, единый государственный экзамен на натиджа ларабан топширшат. Последний день предоставления оригинала, яники оригинал документа на обкилиш куну, бу целевики, льгота. Целевики, льгота, дганы, бу камбалауэляны, кумнагадетныланы, военныланы боллары. В общем, бізге тигишлей маз бұл льгота. 80% бюджетный мест, 100% бюджетный мест. В общем, бұл категорияле бізге тигишлей маз. Бізге основной тигишлейсі манауы болады. 20 июньнан 11 август кача документ обширыш керек. Манау ВВВ, вступительные внутренние испытания, ВВИ. Яны, кіріп экзамен обширыт көрі. Дальше. Сроки подачи документов. Сроки приема документов на программу бакалавриата и специалитета. Заочная форма. О, мы накупляли заочные красли. Харели яхшлап. Бюджетная в платнеге. Грантка в контракт кенеган. Бринчи июня, ирманча августкача. Инде, получается, очный кремохчи бугалле. Ум бринчи августкача топчера документ. Заочный кремохчи бугалле. Игрма саккезинчи августкача. Прием заявления о согласии на зачисление. Унин сентябрьдан. На местах рамках контрольных цифр. Бинде прием зачисления был зачисление контракта улаганинг зданки. Это ли экзамен на топсердингес, экзамен на балларинг зях чихте, экзамен на уттингес. Кин контракт улабкилип, контракт чеке блан, уже зачисление хласас. Унин сентябрьга чихла холас. До 14 сентября на места по договорам о показании платных образовательных услуг. Вот 14 сентября именно контракт Бланкрет Голле Учун. Кингсе, как подать документы? Как подать документы? Бюро личный кабинет, курс от Легант, хайса сайт rutmi.ru. Шурга зарегистрируется, красле. Потом персональная информация, раздел Босасле. Кин, мое поступление. Кинь подать документы. Заявление вы можете воспользоваться электронной формой заявления для подачи документов по почте. Мане Юргес заполнит заявление до Ганджиога. Заявление скачать хлеб, узну форму особо. Скачать хлеб, чун тулдырып, кул хуеп, сканер хлеб, аншаха юкланады. Указать все необходимые сведения, прикрепить сканы документов и сформировать заявление. Аншаха керагли документ лан хаммасыны дюнатчи керак. Курутрюсулан. Мане Юргес скачать заявление до Ганджиога, заявление скачать хлунады. Кингсе. Вступительные испытания будут ганы экзамены. Экзамены внутренние вступительные испытания в 2020 году пройдут дистанционно. Бояй хордай тут канамде. Криш экзамен имтихонлары хаммасы онлайн болады. Масофави. Microsoft Team программасы да. Microsoft Teams программасы да болады. Хамма экзамены тест шакылда болады. Ичканде савол жауап, ичканде собеседование йок. Фахаммасы тест болады. Во время сдачи экзамена должны быть соблюдены следующие условия. Экзаменуемый должен писать работу один, яни ки шартлары да, имтихон топшириш. Имтихон топширетган одам бир ўзи бўлиш керак, якка компьютер олди.
следует учесть и обеспечить минимальные технические требования. Компьютер с веб-камерой и стабильное интернет-соединение. Вот. Компьютер, камера ли, в интернет керак. Агар брор хал информация керак бусе, мана ваш телефон лагам, телефон хал мурожат хласыз, мана почта сыр, мана кита почта ва кита телефон. Маулема кубларин сауларинга джауап бирдым. Бу презентацияны ман телеграм-каналымга ташап койаман. Телеграм-каналдан кими керак бусе скачать хуолады. Маулема кубларин сауларинга джауап топтыларин. Университет хакыда хама маалыматка ига булдыларин. Университетны сайты паста ссылкада бор. Агар университетка документ топшириш. Университет хакыда яна кошимча маалыматла. Ёки университетта факультетлары нархлары хакыда маалымат керак бусе. Паста телеграм группамызы ссылкасы бор. Телеграмы кирсеңлер ушу жерде именно Рутмит университетыны хама-хама факультетлары очны-заочны нархлары булан, специальность направлениелер булан язып койылган. Hammalaringa rahmat, kanalimizni kuzatib boradiganlaringiz uchun. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.